При регистрации в компании на статус партнера для тех, кто хочет зарабатывать с компанией, есть вот такой вот потрясающе удобный инструмент, такой кожаный стильный клатчик. Мы еще это называем парфюмерный бар на дому, так как здесь вложены все актуальные ароматы, которые есть на сегодняшний день в компании. И это реальный инструмент для зарабатывания денег. То есть есть прайс, в котором пишется категория ароматов, расписываются стиль, каких ароматов он напоминает и так далее. И показав эту папку, люди начинают задавать много вопросов, да, тем самым мы рассказываем о бренде. Но бывает так, что человеку некогда, он куда-то спешит или он на рабочем месте. Поэтому я сейчас покажу вам рабочий инструмент, который просто взорвет ваши потребительские сети и будет давать вам возможность сделать этот бизнес легко, просто и ненавязчиво. Таким образом, я регистрировала по 20-30 человек в месяц. Итак, вам для этого нужно всего лишь иметь аромат 104. Рекомендую его брать в первом заказе. Почему именно 104? Это аромат в стиле Шанель Шанс, и в 99% случаев этот аромат не вызывает негативных эмоций у людей. Что значит негативных эмоций? Есть люди, которые, например, не любят сладкие ароматы, да? И если вы нанесете какой-то шлейфовый, тяжелый, сладкий аромат и дадите этот аромат продегустировать человеку, у него будет вместо положительной эмоции отрицательная. То есть очень сложно, да, угадать, не зная человека, что ему нравится. Так вот, аромат номер 104 в 99% случаев нравится людям, даже если они этим ароматом не пользуют, и он вызывает очень положительные эмоции. Поэтому уже четвертый год ношу всегда этот 104 аромат и ни разу об этом не пожалела. Кроме того, в этом аромате есть нотки пачули, а пачули считается денежным ароматом, поэтому смотрите, что происходит, какое волшебство, так скажем, да? Я беру всегда аромат и визитку. И когда человеку некогда, или я просто, мне человек понравился, я хочу искренне с ним задружиться, законтачиться, я говорю: вы знаете, вы мне очень понравились, я вам хочу сделать небольшой подарок. Подарки любите? Ну, конечно, все любят подарки, это уже дарит положительную эмоцию человеку. Я говорю, я хочу вам подарить ароматизатор денег. В данном случае в форме ароматизатора денег выступает моя визитка, в дальнейшем ваша визитка, которую нужно сделать обязательно на льняной бумаге, так как на этой бумаге аромат раскрывается приближенно к коже. И я наношу этот аромат и говорю такие слова: я хочу вам подарить ароматизатор денег, положите его в кошелек, и купюрки будут удваиваться. На что человек повторно улыбается. Ну, знаете, хотите верьте, хотите нет, но это работает. И у меня к вам просьба. Если на следующий день моя визиточка перестанет пахнуть, вы просто ее выкиньте и просто забудьте про меня. Но если она будет пахнуть, а я уверена, что она будет пахнуть, это я уже для вас говорю, она будет пахнуть минимум недели две, то имейте в виду, у меня есть свой ароматный бизнес, и я очень рада, буду вам полезной. Мы можем с вами созвониться, я отвечу на все вопросы. Ну, примерно так. Вы можете составить фразу по-своему, но как это работает? Когда человек положил вот эту ароматную визитку, во-первых, он уже не захочет ее выкинуть, потому что она имеет какую-то ценность, да, в плане привлечения денег и в плане запаха. Действительно, аромат потрясающий. Вот меня сейчас просто вот манит запах, и хочется положить эту визиточку в кошелечек. Пропитываются купюры, имеют приятный запах. И когда человек открывает кошелек, на него раз шлейф, легкий, непринужденный, классный. Только подумайте, сколько раз в день человек открывает кошелек. Ну, как минимум раза два-три, а то и больше, да? И на протяжении вот этого дня он сталкивается с приятным запахом. И у нас в нашем бизнесе было очень много случаев, когда человек звонил именно через 2 недели и говорил: а знаете, действительно визитка
пахнет, а что там у вас за ароматы? И мы даем информацию человеку. Вот так, вот такой вот легкий инструмент. И еще один секрет вам, который не может заставить просто спокойно спать. По статистике, если вы брызнете одним ароматом 100 раз, 20 человек захотят купить именно этот аромат. Вот так вот, вкладывая 900 рублей, мы можем увеличить наш доход в 20 раз. Потрясающе!